Саш, а? Пойди посмотри, вон там в новинках копается бомж какой-то. Диск украсть, наверное, хочет. Хорошо, хорошо, посмотрю. Иди, иди. Я могу вам чем-то помочь? Нет, вы мне в силах. Вот она может, смотри, какая. Филипп Киркоров вообще-то. Фу, бля, мужик, что ли? Блядь. Ну, Киркоров Филипп, да. А это семья крестная, блядь, что есть что, у вас? Что, еще раз, что, извините? Да ничего, это так. Это шансон? Да забей, блядь. Да не, у нас большой выбор классической музыки. Вот, посмотрите, Шуберт, Бах, Чайковский. А сколько пластинка стоит? 150. Блядь. Если... Да, блядь, куда такие деньги? Вы что, блядь? Да. Как говорил классик, музыка — это единственный шум, за который нужно платить. Ну, блядь, не знаю. Ваня Шедевр говорил, что, блядь, для пацана лучшая озвучка — это хруст денег, стон красотки. И еще знаешь что, кстати, вот для тебя. И возмущенный крик лоха. Ловите, ловите у него. Из крестной семьи. Кассу, кассу берет. И ловите его. Отпусти, блядь. Возмущенные крики лоха, все, что нужно пацану, для того, чтоб жить неплохо. Хруст бабоса, стон красавец, возмущенные крики лоха. В твоем русле мы канаем, тянем лыбу, нам все похуй. Хруст бабоса, стон красавец, возмущенные крики лоха. Все, что нужно пацану, для того, чтоб жить неплохо. Хруст бабоса, стон красавец, возмущенные крики лоха. В твоем русле мы канаем, тянем лыбу, нам все похуй. У моего 600-го мерина колором блатые номера. Потей, мусорок, мечтай о звезде. Напивай, прорвемся, опера. Короче, это реальная тема. Надо достать чего, не проблема. С новой пацаны все готово. Скажи лишь волшебное слово. Пробьем, купим, поделаем. Ксивы, любое разрешение. Ассигнование, план номера. Даже проект решения. По звонку все уладим. Закроем любой вопрос. Было бы желание, а главное был бы бабос. Все быстро и в срок. Шок и отчет, это техникурок. Никаких споров, только банкноты. Фифти-фифти, неважно кто ты. Хруст бабоса, стон красавец, возмущенные крики лоха. Все, что нужно пацану, для того, чтоб жить неплохо. Хруст бабоса, стон красавец, возмущенные крики лоха. В твоем русле мы канаем, тянем лыбу, нам все похуй. Хруст бабоса, стон красавец, возмущенные крики лоха. Все, что нужно пацану, для того, чтоб жить неплохо. Хруст бабоса, стон красавец, возмущенные крики лоха. В твоем русле мы канаем, тянем лыбу, нам все похуй. Война войною, миру мир. Давай замутим чумовый пир. Развалили наши адвокатики делягу. Эх, и корка черная на тебя налягу. Организатор контуры не арестован. Друг конфискован и распасован. Ведется следствие. Подкинули макушный пистолет. Ему грозит лишение от 8 до 20 лет. Но следак вдаляк и парни с отдела не дадут сходу для этого дела. Полевный паспорт и дохлая виза. На крючке модный парень черкиза. Шустрый опер ФСКН держит тему. Он крутой мэн. Наши люди в натуре, в прокуратуре и в министерстве по культуре. В УБ, Коробове, в земельной палате, в краевой думе и на блокхате. Хруст бабоса, стон красавец, возмущенные крики лоха. Все, что нужно пацану, для того, чтоб жить неплохо. Хруст бабоса, стон красавец, возмущенные крики лоха. В своем русле мы канаем, тянем лыбу, нам все похуй. Хруст бабоса, стон красавец, возмущенные крики лоха. Все, что нужно пацану, для того, чтоб жить неплохо. Хруст бабоса, стон красавец, возмущенные крики лоха. В своем русле мы канаем, тянем лыбу, нам все.